Межкультурный обмен на практике. Владимир Явланов сегодня встретился со студентами из города-побратима Карлсруэ. В краевой столице они проходят обучение в Кубанском госуниверситете в летней школе русского языка. Осваивает его немецкая молодежь через изучение культуры страны. В течение недели студенты посещали музеи и библиотеки. Впечатлениями они поделились с мэром Краснодара. Немцы признались, что сложный русский язык им дается нелегко. Однако, чтобы понять друг друга, порой слова не нужны. Мы успели в этом году, во-первых, уже побыть в гостях у одной жительницы этого города. Она нас приняла к себе, у себя домой, это всем понравилось. Студенты успели увидеть настоящую, живую русскую гостеприимство. Я думаю, что это очень важно с точки зрения всего нашего будущего и отношения между нами, как людьми, вот, между собой, между городами, между странами. Вот. И наша эта встреча тоже положит, я думаю, такое хорошее достаточно условие быстрейшего выхода из кризиса и совместного продолжения всего того, что мы наработали за долгие-долгие годы, и мы должны быть рядом. Братские отношения связывают Краснодар и Карлсруэ уже на протяжении 20 лет. Города многое объединяют – спортивные достижения, культура и наука. Каждый год российские и немецкие студенты проходят обучение по обмену. Проект летней школы русского языка действует только второй год. Немецкие студенты Университета техники и экономики Карлсруэ пробудут в Краснодаре до конца августа.